Поехала к Соне. Мы завтра отправляемся в путешествие. У Сони крутые игрушки. Соня, покажи, я на видео снимаю твои игрушки. Покажи их. Покажи. Кто это? Хаги-ваги, Соня? Я видео снимаю. Кто это? О, кто это? Мяу. 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 А где носик? Носик. Мяу. А где ушки? Ушки. Покатай меня, покатай. Смотрите, какая у Сони крутая горка. Да, настоящий Диснейленд у Сони. Соня, спускай, да, своего этого. Тук-тук-тук, топ-топ-топ-топ-топ, да? Давай кататься. Ой, какая ты молодец. Давай, показывай. Еще живет. Вот такой огромный Хаги-Ваги. И она его не боится катать с горки. Жжж, катится. Ну, кати. Раз, два, толкай. Жжж, какой большой Хаги-Ваги. Доставай его, спасай. Доставай. Спаси, Соня, достань меня, достань. Достань! Соня, достань! Ура! Победа! Спасательная операция закончена! Внимание, внимание! Один Хаги-Ваги спасен! Доброе утро! 25 июня. Пью кофеек. Я сейчас у Иры, у Сони. С ночевкой была, и мы собираемся в Мурманск. Поехать. Сегодня обещали прям 21-23 градуса. Что-то за окном тепла особо нету. Сейчас вам покажу, какая погода. Ну, надеемся, что с погодой повезет и дождя хотя бы не будет. Потому что обещали вообще классную погоду. Всем спасибо огромное за такие крутые комментарии. Мне очень-очень понравились. Спасибо за поддержку. Спасибо, что ждали. Я на самом деле тоже скучала. Вот, ну, прорвемся, как говорится. Сейчас покажу вам, что там за погода на улице. Вот, что-то как-то не особо. Хотя вот эти дни последние, ну, вообще, наверное, недели две, дни 10 последние, была вообще отличная погода. Сейчас, как мы собрались погулять, там на фонтан съездить, там в детский парк аттракционов, вот, что-то как-то с погодой не очень. Хотела еще одеть вот такую туничку, взяла, но поеду в спортивном костюме, потому что холодно будет в туничке, конечно, это. Но я прям вообще очень наделась, я ее покупала и думала, когда же я ее рискну выгулить, она прям очень яркая, на видео даже так не видно. Но ладно, в следующий раз. Кстати, за 400 рублей буквально купила, у нас там есть ВКонтакте группы, где собираются люди и по распродаже, ну как, группами покупают вещи и дешевле выходят. Вот туничка по 400 рублей, прикольная такая. Тора, у нас распогодилось, и Соня собирает свой рюкзачок. Соня, какой у тебя красивый рюкзачок. Она сейчас очень любит щенячий патруль. Давай, где второй за этот замочек? Соня, вот замочек второй. Закрывай. Соня у нас с такими красивыми хвостиками. Такая деловая, и мы сейчас поедем в Мурманск гулять. А подожди, а, ну давай, все. О, все, молодец, собрались. Так, ну что, мы по пути на место наших приключений, и мы нашли уже гору, на нашем пути гору песка, и мы ее уже исследуем. Но впереди у нас еще поездка до Мурманска. И там будет прогулка на Семеновском. Ну что, Сонь, впереди у нас приключения. Нам нужно отправляться. Давай. Покажи маме. Все. Соня едет первый раз в такое длительное путешествие.
деловая в очках. Сань. Крутышка. Не надо вставать на это, на сиденье. Пиу. Пиу. Я тебе потом все покажу. Пришли на Семеновское, да? И здесь такое лето, настоящий огромный фонтан. Мы тут гуляем, красота. Пойдем к фонтану поближе, Сонь. Пошли? Пошли к фонтану поближе. Пойдем к фонтану поближе. Фонтан. Корабль? Сейчас мы найдем, сейчас мы подойдем поближе, рассмотрим. Пойдем поближе, посмотрим. Соня не хочет снимать теплую кофточку, да? Сонь, не хочешь теплую кофточку снять? Ну что, пойдем здесь пройдем? А пойдем здесь пройдем в лес. Пойдем в лес пройдем. Проходи. Пойдем в лес. Пошли, пошли. Заповорачивай, Сонь. Так, а зачем по лесу гулять? Так там, к фонтану поближе. Пойдем. Она меня держит. А ты отпусти. Соня играет с лопаткой, с ведерком, и вон утка еще плавает. Сонечка, будем снимать кофточку? Давай я тебе ее это как. Так, у нас тут стоит на Семеновском вот такой котик. Вот. Есть легенда, что Семеновское озеро назвали. Иди, иди, я приду. Честь кота, который Семена, который за 1000 километров. Я иду, иду, который за 1000 километров нашел своих хозяев. Меня ждет Соня. У нас вот такие тут петуньи. Извините за быстрый репортаж, но мы с маленьким ребенком. И я делаю такой. Это у нас парк на Семеновском озере. Где-то 18-20 градусов у нас тепла. Вот у нас такие аттракционы тут есть. Цены вам тоже покажу. Постараюсь показать, по крайней мере. Вот лошадки такие. Я тут давно не была, не знаю. Но это для взрослых совсем. Тут даже я боюсь. Я однажды тут пробовала кататься. Что-то меня испугало. Вот тут тоже для взрослых постарше. Вот 70 рублей тут стоит. Вот такие у нас есть тут. Кстати, смотрятся, как будто они не страшные. Но мы с Димой катались, и вот это барахтение, вот это тряхтение, оно как-то пугает. Снимаю вам цены. Нельзя стоять. Сонь. Нет. Для родителей, кстати, бесплатно сказали. Сейчас, Сонь, кататься пойдете с мамой. Так. Снимаю первый. Первое путешествие Сони на горке с
снимаю репортаж. Держитесь, Сань. Это я для мамы. Ты боишься? Да. Приятного путешествия вам! Соня, она улыбалась. Соня, ты что, самая смелая девочка? Да. Соня, ты гладиатор. Соня, я бы плакала и кричала. А ты, Соня, попей, пожалуйста. Мама, что же вы говорите? Фу, это ужас. На поворотах, я думаю, перевернусь. Она вообще улыбалась. Ужас вы даете. Соня, ты крутая, Соня. Соня, знаешь, как страшно мне было. Я не вру тебе. Пойдем на уток. Но это после этого, знаешь, он скажет, что... Дай. Мама после карусели не выдержала, Надю отправила. Соня, иди катайся. София, садись, держись! Господи! Надя, держи ее, пожалуйста. Походу, Надя тоже боится. Соня! Дай ей тоже. Соня! Рули, рули! Вы все, да? Сонька!
Давай, его. О, поехали, 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 поехали. А позвали уже? Снимаем. Поехала. Поехала. Ту-ту. Рули там. Ту-ту. Ту-ту. Отвлекаем водителя. От движения. Сначала бежишь, потом путаешь. А потом совсем, знаешь, ты же маленькая, мы вспомнили. Ту-ту! Ту-ту! Ну, она вообще в 3 года себя ведет так хорошо. Но она аттракционом. Не-не-не, оно очень оно страшное. Я там с Димой испугалась. Оно тарахтит, вот от этого еще страшнее. Может, на уточках еще раз ходите? Я не пойду. А. Ура! Не, ну ей нравится. Я не знаю, что я сидела на прижатии. Сонь, мы здесь. Сонь, держись. Мы здесь. Держись. Саша, держись. Держись. Сонечка, держись, зайка. Соня, мы здесь. Сонь, мы здесь. Мы здесь, котенок. Держись, держись. Сонь, мы здесь, держись. Сонь, мы здесь, держись. Сонь, мы здесь, держись. Соня, зайка. Тебе нравится, Андрей? Соня вообще по барабану. Ну да. Соня! Соня! Соня вообще не один мускул. Соня, смотри, мама. Соня! Соня, ты молодец! Улыбается еще. Что-то на лошадке, она запустила бананик. Она экстремалка. Когда на мотоцикл начинаем уже копить, да? Сонька! Соня, надо идти к воде. Ага. Ну, я 500 положила, я не знаю, за пределами вот этого колесо. Да, действует на весь парк. Колесо тоже в парке. Просто надо посмотреть, что там дальше еще есть. А-а-а. Может, все водяное прикольное? Я тоже заплачу тогда за водяное, можно посмотреть, сколько стоит на вот этом корабле. Соня! Сонь! Ой, вообще. Все в тебя. Сонь! Соня! Но ей начинает уже, да, надоедать потихоньку. Он думал, что я вот так раскручу. Мы идем на колесо обозрения. Идем на колесо. Не, мы на закрытую идем. А можно нас на закрытую посадить, нет? Ну, или потом? Стой, стой здесь. Стой, иди, я буду прыгать. Домой?
Так не боимся, Сонь. Сонь, ты же смелая девчонка, ты уже на таких покаталась. Ждем нашу закрытую кабинку. Как здорово, Соня, первый раз на колесе обозрения. Ага. Ой, прости, просто держи. Держим, держим, Соня, держим. Смотри. Ну как тебе, смотри, сейчас будешь видеть город. Здорово, не боишься? Здорово, да? А сейчас высоко поднимемся. Как красиво, Семеновская. Ля-ля-ля, смотри, как где ты каталась, Сань. Не, снимаем. А дома мы уже спускаемся? Не, мы только еще начинаем, мы не пик еще не прошли. Ой, хорошо, красавец. Что закрытую выбрали. Сань, смотри, где катались, смотри, где катались, смотри. Вон там катались. Боже. Мама! Мам, не бойся, мы рядом, мы тебя держим. Кто упал? Не надо. Три года нет, не слышали. Соня, не надо раскачивать, мама писается, и мы не. Дима, едь за нами, мы тут описались. Мама описалась. Пипил. Санечка, смотри, какой город красивый. Смотри вот туда. Вау, да? Мама! Ой, ты каталась там, да? Смотри, как мы, какие маленькие люди. Разбери. Какие маленькие. Чего? Туда она хочет. На батут? А батут не работает. Мы найдем батут. Все, работает вот кроме батутика. Какое Семеновское красивое, да? Ваши впечатления? Мне страшно. Три годика, скажи, какие впечатления, Соня? Тебе страшно? Угу. Тебе тоже страшно? А мне нет. Нет. Нам нет. Нам всем не страшно. Так, я на колесе обозрения. С нами Сонечка и Ира. Соня, помаши как ты на видео, да? Залезай. Мы на колесе обозрения. Можно я тоже залезу? Да. Мы на... Сама себя снимать. Мы боимся? Нам три года. Нет, не слышали. Что? Колесо обозрения? Да. Надо не пропустить, когда спускаться будем, чтобы выйти. Ты поменьше, блин, фотографируйся. А, сейчас будем уже. Мы спускаемся уже. Мы пик прошли. Я с вами и забыла, когда мы пик прошли. Соня, ты бесстрашная девчонка. Ты знаешь, кто ты? Ты самая смелая, кого я видела когда-нибудь. Ты понимаешь это? Тебе три годика только. А ты смелее нас. Как такое может быть, Соня? Смелее, мамочки. Соня. Моя. Иди к мамочке. Сейчас мама будет спускать. Это. Оп. Вылезать будем вместе все. Угу. Сейчас будем спускаться уже. No. Все, Соня, понравилось? No, это мало. Мало? Давай, Соня, ты молодец, какой ты горки катаешься. Молодец. Давай сюда, Соня. Мы здесь. Туда, я там. Куда ты хочешь? На эту? Мы сейчас находимся на Семеновском озере. И тут дальше, если вглубь пройти, тут сделали офигенную классную детскую площадку.
Вот. И мы хотим дойти до большого такого, недалеко находится этот парк. Семь гномов, по-моему, называется. Но мы, по-моему, до него не дойдем. Соня тут гуляет на детской площадке. Так, я немножко поснимаю обзорной такой экскурсии, ну, обзорного вида на Семеновское. Смотрите, как тут здорово. Ну, я в прошлом году здесь была. Вот прям вид. Вон там вдалеке лодки, катамараны. Детский центр, ну, творчество Лапландия. Я в него ходила как-то в 15 или 16 лет, занималась журналистикой. Ну, даже загорает уже. Вон. А тут, когда зимой все замерзает, здесь такая прям для лыжников хороший этот маршрут. Соревнования даже международные проходят. Что вокруг не русский говор, как будто бы я не в России. Ну вот, Семеновское – это одно из моих самых любимых мест в Мурманске. Вот. Его, конечно, очень облагородили именно последние 5 лет. Везде тут сделали велодорожки. Детские площадки сделали. Всего этого не было еще, наверное, 5 лет точно назад. Все это было здесь сплошная такая лесополоса. На Семеновском озере есть на противоположной стороне вот огромный такой парк «Сказка». Но если честно, тут очень много всяких сказочных персонажей, но каких-то горок, качелей не так много. Но, конечно, очень качественные. Пойдем посмотрим на качели, Сонь. Горка, и мы сейчас опять застрянем. Отсюда можно смело уже. Вау, как здорово! Сонь, подойди, я тебя тут сниму. Ой, какая русалка сидит! Смотри, русалка! Соня, дуб такой говорящий, смотри, да? И русалка, да! Русалка, привет! Привет, я Соня! Какая красивая, да? А это дуб говорящий. Привет, Соня! Привет, Соня, я дуб. О, сова. У-у. Сонь, смотри, котик. Смотри. Мяу-мяу-мяу. Книжку читаю. Смотри, какой богатырь там. Смотри, какая Машка. Сонь. Смотри, Маша. Страшно. Просто с детского дома. Да, лягушка, ква-ква. 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 Пойдем на горке. Пойдем, да. На горке-то деревянная, на жопу заносили, не это? Нет, все железом, по-моему, сделано, где сюда. Вот такой детский парк. Тут посередине находится такой игровой комплекс с горками. А где подниматься? А. Это прям целый корабль такой.
Ой-ой-ой-ой-ой, да. О, какая баба-яга. Костяная нога. Сонечка, Сонь. Сонь, вот горка. Сонь, иди горка, на горке иди. Иди на горке, Сонь, смотри, горка. Вот горка. Соня, вот здесь горка, иди попробуй. Вот, вот, иди сюда, вот. Ну, иди катайся на той. Так, смотрим, на... у батареи нету? Нету, да? Так, они сказали, где-то спрятано в комнате, это на, в квартире где-то спрятано. Так, ну, наверное, здесь нету, да, не видно? В коридоре нету? Да. Давай посмотрим. Ой, а да? Посмотри внимательно. Ой. Так, посмотри, нету? Нету. Давай дальше смотреть. Так, здесь где-то щенячий патруль, тебе оставили подарки. Сказали, последние подарочки где-то лежат. Давай, где-то здесь. Здесь нету, смотри. Так, на полках нету? Не видишь на полках? Ищи, ищи. Если ты не будешь искать и проявлять упорство, то подарков не найдем. Тут нету? Угу. Так. Ой, не, это, наверное, не он, это что-то другое, сейчас посмотрим. Не, это мамина, нет, это не то. Пойдем на кухню поищем. Пойдем на кухню поищем. На кухне смотри еще. Так, ну что, открывай эти, я открывай ящики, посмотри. Не, не здесь, да, вот эти. Тут нету? Ну, это мама. А где еще, может быть, посмотри? Да. Тут нету, да? Да. А ты все открыла? Да. Не, это нет, это не подарок. Нет, это старый уже. Тут нету. А еще что? Нету? Не оставили, что ли? Да. Ну, посмотри внимательно. Ты все открывала? Ты все открыла? Так, ну что, ты готова? Да. Точно? Да. Закрывай глазки ладошками. Раз, два, три. Раз, два, три. Держи. А еще раз, два, три. Держи, все. Подарки закончились. Мы сейчас будем открывать их. Сейчас. Ну что, щенячий патруль поздравляет тебя с прошедшим днем рождения. Сейчас открываю, смотрим, кто ты думаешь там. Давай сейчас откроем тебе. Это кто? Это Скай. Это Скай, точно.